Привет, ребята! И сегодня мы, как всегда, с вами затроллим нашего дружка. Сейчас я отойду на секундочку. Вот так вот, внимание, хорошо. Так, будут сходить. Давайте его затроллим всякими аниматрониками. Допустим, вот кто тут есть у нас? Ой, я случайно пришел. Давайте. Кто тут? Чика, фантом, фантом Фокси. Тут еще есть так. А фантом Маринетка уже была. А фантом Фокси не был. И главный герой это Спрингтрап. Итак, он сидит в будочке. Ну, аниматроники будут идти. Надеюсь, он будет нажимать кнопочки. Он отпугивает, и поэтому Спрингтрап стоит довольно подальше. О, вижу. О, заяц этот есть. Так, он замечает аниматроника, но давайте заспавним ему сзади. То есть даже под ним. Да. Давайте вот тут заставим. Такую монеточку Фоксяна. Так, он знает какие-то кнопочки, чтобы они к нему не пришли. Вон всякие отпугиватели. Но он даже не понимает, что он наоборот их призывает. Да не может быть такого. А он далеко оставит. Так. Он даже не подозревает, что тут рядом аниматроники. Давайте ему вот так вот заставим. Ох, ёлки-палки, это что за чудовища-то такие? Нажимаю кнопки. Я погиб. Вторая попытка. Ну давай уже закрутим. Так. Он там. Вот давайте ему подгоним этого аниматроника. Поближе к нему. Ну, возле будки не надо, но он как-то от него очень легко справляется, даже если я поставлю. Поставим всех аниматроников. Просто всех. Всех, я думаю, это будет очень тяжело. О, вот они, эти чудовища, которые меня уничтожали. Давайте я вам так еще, я забыл вам показать его будку. Такая вот будочка у него, кстати. У него будочка в два блока. В которой, кстати, есть дверь, через которую его могут выйти аниматроники. Она появилась недавно, но все равно пусть будет, как говорится, дырочка. Шая. Его. Давайте просто. Нажмет он вовремя кнопку. Темнеть. Все. Ваша смена окончена. Пожалуйста, последуйте к выходу из нашей коморочки. Все, моя смена окончена. Ура! Ой, здесь